Павильон трехметровой ширины. Здесь у нас показана дверь с форточкой. Форточка. Можно как цельную дверь открыть, как отдельно. Высота стены у нас идет 1800. В верхней точке идет 2,57. Все доборные элементы, уголки, переливы, все это идет в комплект каркаса. Также вся фурнитура, если берете без поликарбоната, все крепления для поликарбоната также идут в комплекте. Резиновый торцевой уплотнитель коричневый также идет, все в комплекте. По самому каркасу. Каркас идет оцинкованный, плюс полимерно-порошкового цвета. Цвет у нас идет коричневый, по каталогу 80-17. По самому каркасу идет нога из трубы 40 на 40. Крыша идет из двойной дуги в виде фермы, из трубы 20 на 20 и 20 на 40. Связи у нас между арками идут 20 на 20. Соединяется болт-гайка, так как разборный для транспортировки. Также можно добавить верхнюю часть фрамугу, либо в стене дополнительное проветривание, форточку. Также идут диагональные усилители и вся фурнитура, метизы для сборки форточек с дверями. Все отверстия, которые принадлежат для крепления и сборки самого каркаса, уже заранее просверлены до покраски. И для крепления самого поликарбоната также уже отверстия уже есть. По дополнительным также дверям можно комплектовать по разному, либо форточку, либо дверь с форточкой, либо глухой торец. Также все швы у нас проварены полуавтоматом по кругу. Труба идет цинк плюс покраска. Длина может быть любая. У нас арка для павильона. Павильон 3М. Подготовлен для покраски. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет у нас идет 80-17 коричневый. Здесь уже заранее подготовлены отверстия для крепления прогонов, сборки каркаса. Здесь у нас отверстия для крепления поликарбоната. Все уже заранее просверлено до покраски. Также здесь. И здесь для поликарбоната и для прогона. Здесь у нас бочонок, отверстие для крепления самого каркаса к основанию уже, к вашему подготовленному. Швы все идут полуавтоматом по кругу. Идет сварка. Также труба цинковая и плюс поверх будет покраска. По трубе у нас идет внутренняя дуга идет 20 на 20, внешняя 20 на 40 крыша. И нога, стойка идет у нас 40 на 40. Это у нас арка. Павильон 3М. И также отверстие для соединения между собой 8 болтом М8 на 60 плюс гайка и шайба.